Привет, дорогие друзья! Выбрались с дочей Настей из города. Едем на охоту. Взял лосиху, ребят. Точно не лось. Пасмурно. Такой еще щели. Собака буквально сразу тут у делянки ее подняла. Я глянул в бинокль, думаю. Лось не лось. Лось или пенек. Потому что непонятно в Чищеве, что происходит. И собака. То есть, да, напахнулась меня. Лосиха меня почувствовала и пошла. Собака за ней. Лосиху стрелять не будем. Тем более рядом с домом. Это местная особь. Она здесь живет давно. Соболь вообще красавчик. Буквально от поваленной осины. Отошли 100 метров. Поеден 8. Тут он и есть, короче. Вообще рядышком. Простите, разговариваю тихо. Потому как нахожусь на охоте, а не где-то на массовом мероприятии. Сейчас гляну, где собака. Удаляется от меня 420 метров. Хорошо, что удаляется в том направлении, куда я пойду. Ну, парни, не вешаем нос. Охота только началась.
Буквально я только в лес зашел. Разулась. Видел эти? Видел. Ну точно, точно был не самец. Охота только открылась. Это ладно бы, если под закрытие, и то бы подумали, стрелять лосиху или нет. А так еще поохотимся. Соболек, ну не смог, извини, иди сюда, Соболь, не смог. Фух. Что, друзья, рассказываю. Было три лося. Лосиха, я думаю, лосенок. И бык. Больше я их, конечно, не видел. Бегал за ними. Соболь несколько раз их останавливал. Пытался подойти. По треку весь квартал окружил, окрутил, не мог подойти к лосям. Ближе, чем, наверное, метров на 400 я не мог подойти. Соболек, ну чего, ну не обижайся, работал ты здоровско. Повторюсь, значит, только в лес зашел, погрызенная осина. Соболь буквально побегал тут рядышком, 100 метров от осины, раз залаял. Я аккуратненько карабин снял, выхожу. Сумерки еще. Вижу силуэт. Небольшой. Я думаю, лось не лось. В сумерках непонятно, но не боже стрелять, если ты не убедился в том, что это зверь. В дерево или в пень, может там человек стоит. Тем более совсем рядом от поселка. Значит, бинокль у меня на шее. Думаю, в бинокль гляну, разберу цель, если лось самец, буду стрелять. Только бинокль поднял, навел его в то место, где стоял зверь. Зверя уже нет. И собака пошла. И крутил, и кружил она там, такой бурелом. Кто-то не понимает, бурелом такой, что метров за 20 уже не видно ничего. Там к зверю просто не подойти. Он меня ближе, чем на 500, наверное, метров. Ну, где-то 400-300 вот я один раз. Машины идут, трасса рядом. Собаку не слышу вообще.
голос у собаки не сильно громкий, не сильно доносчивый. Ну, сейчас мы вернемся на то место, где он их оставил. Еще попробуем. Я не думаю, что он сильно устал, хотя кобель уже в годах. Вот так, друзья. Такая охота. После пробежки такой, ребят, надо обязательно немножко отдохнуть, восстановить силы, попить чаю. Потому что давно в лесу не был. Физика у меня ослабла. Надо нарабатывать. Ну и вообще весь потел, надо немножко, чтобы остыл. Погода тихая, спокойная. Подходить к лосю самое то. Так ведь, соболь. А, соболь. Это кормилец наш. Кормит он нас каждый год. Кормит, матушка. Ты песик. Соболек. Соболю тоже кусочек с маслом перепал. Ну ведь я дал тебе. Ну что наглеешь-то? На обеде поедим еще, ну. Не наглей. Сейчас дам, сейчас. С 15-го даже приеду в деревню надолго. Если не закроем лицензию, то буду охотиться. Да даже если закроем, то все равно буду радовать вас своими видеороликами. В этом году завел 2 улья пчел. Чай пью, добавляю чай, в чай настойку на пчелином поморе, на прополисе. В общем, самогон настаиваю на пчелином поморе и прополисе. И добавляю в чай вот на такой термос, буквально может быть, ну грамм может 20. Да, наверное, грамм 20. На такой термос, на литровый. Получается очень ароматный, жгучий такой чай прям. Пробирает до самых косточек. Очень рекомендую. Такой у него запах прополиса у этого чая. Слава богу, что не стрельнул лосиху. Это очень хорошо. Не надо стрелять. Тем более домашних. Вот она как своя, да, соболек? Знаю, что ее уже видал, наверное, да? Эту корову. Бычок бы был так. Ну и лосенка можно, а лосиху нет. Придерживайтесь, ребят, строгих правил в ведении охоты. Рекомендую. Не нужно выбивать все поголовно. Слава богу, не жуем, не голодаю. Мясо всегда есть. Соболек, поздоровайся с ребятами, да поздоровайся, поздоровайся. Вот, молодец, молодец, молодец. Молодец, соболюшка. Ладно, мужики, посидели, попили, двигаем дальше. Тут еще много кошерных мест. Походим, поищем. Сейчас рассвело, хотя бы видно. Что и где. Пошел рано утром, блин. И сразу лось. Бог даст, найдем что-нибудь. Не переключайтесь.
Запалим костерчик, друзья. Попьем чайку. Можно бы, конечно, и не зажигать, но погреться немножко хочется. Все равно уже прохладно. Спички охотничьи у нас. Горят как это, как порох. Теперь бы поджечь. Еще моментально сгорает. Береста немножко сыровато. Я ее не порвал. Свеженькой чикнуть. Чем быстрее в лесу костер зажгете, тем быстрее напьетесь чаю. Что-то не очень мне эти спички нравятся. Хотя горят. Горят вполне себе неплохо. В общем, сейчас еще собака поднимала кого-то. Я не понял, наверное, глухаря на глухаря лаял, потому что что-то как-то быстро он его бросил. Если бы лось, так он бы все равно бы его покрутил. Хотя собака лениться стала. Надо и физуху ставить. Редко в лесу бывает. Ничего. Скоро буду отдыхать, так. Приняю его, негодяя. Да, соболь? Когда уже не в моготу ломать хребет. Глоток воды, глоток живой воды нам нужен. Берем из радостей немногих ту, что дарит свет. И собираемся в моей пивной. Одношкольники мои, одношкольники, не за парты сядем мы, а за столики. Одноклассники мои, одношкольники мои. Улетают наши дни, будни, праздники. Одноклассницы мои, одноклассники. Одноклассницы мои, одноклассники мои. На эту встречу, как и на урок, никто из нас. Спички, ребят, никакие огнива не надо нахер. Долго с этим огнивом разводить костер. Пусть романтично, но долго. Лишнее движение, это да, куда там, на пикничок выйти, конечно, это прикольно. Но когда уставший, побыстрее надо поесть и разогреть. Кен нахер огниво. Лучше вообще газовую горелку. 5 секунд, костер готов. Да, соболь? Так. Спички вот в таком пакетике носятся. Обязательно должны быть сухими. Чик. Все закрыто. Все отлично. Опа. Про нож меня кто-то спрашивал. Вот у меня новый нож. Ну как новый, я уже второй сезон с ним охочусь. Такой нож режет очень хорошо. Многим, конечно, опять он не понравится. Скажут, ерунда какая-то. Всадной способ крепления рукоятки. Рукоятка из капа.
Каждому свое. Под мои цели и задачи этот нож вполне подходит. Вот такой вот. Сталь. Не ржавеет. Это сталь. Станок был фрезерный по металлу. И вот на нем нож был. Вот с этого ножа. Есть такие маленькие как бы крапинки, но она не ржавеет полностью. Режет отлично. Ладно, будем трапезничать мы с Соболем. Сегодня у нас... Что сегодня у нас на обед, Соболюх? Что у нас сегодня на обед? На обед сегодня у нас чай, который ты не пьешь. Хлеб с маслом, сыр и сало. Все очень скромно и очень сытно. Так, у костерка хорошо греет. Ладно, выключись пока. Привет передай охотникам, таким же, как ты. Вырваться, ребят, из городской суеты на самом деле очень трудно. Когда у тебя семья, дети. Очень трудно выбраться. Цивилизация, она очень сильно затягивает человека. С этим трудно поспорить. Все, пашешь, пашешь, бегаешь. Крутишься, как белка в колесе. Денег пытаешься заработать. Быть более обеспеченным, более самодостаточным. Но когда оказываешься здесь, понимаешь, какая же это мелочь на самом деле. Много ли вот мужику надо для счастья? Совсем немного. Вот оно счастье, ребят. Вот оно удовольствие. Настоящее удовольствие. Здесь все настоящее. Даже удовольствие. Да. Добрина Аплотина здесь была. В связи с тем, что закончилась кормовая база, бобры ушли. Либо вверх по реке, либо вниз. Соболюшка, Соболек, ну чего, иди, я тебе что-нибудь дам еще, а, пес. Иди сюда, Соболюша. Вон он там выглядывает на меня. Собака очень дисциплинированная. Очень аккуратная. Когда садишься есть, и он никогда не просит, отходит в сторонку, ложится, лежит. Вообще все понимаю. Знаешь, что его... голодным не оставят, что его в любом случае накормят. Старенький он уже, бегать стал плохо. Ну как плохо? Он лишний раз никуда не побежит. Поиск у него, он все в поле зрения, в общем, крутится. Он только голову вверх поднял, носом заводил. Значит, готовь карабин, где-то лось рядом. Сегодня вот точно так же вот он закрутил, носом закрутил, ну все, думаю, лось. Так и есть. Лишних движений он теперь не делает. Очень выдержанная такая собака. Долго за лосем он тоже как бы учил. Сегодня, наверное, часа два походил за ними. Пооблаивал. Да это может быть и хорошо. Потому что с нашей местностью обрезать зверя или там на технике, на машине, на тракторе даже, это нереально. Кругом топи, болото. Отпускай, отпускай, уходят. Чтобы собаку там не снимать, весь день за ним не бегать. 2 часа достаточно вполне, чтобы подойти к зверю. Вполне достаточно. Еще бы напарника ему, конечно, молоденького. Или напарницу, чтобы поучил уму-разуму. А, сейчас будем собираться, пойдем дальше.
Как-то так, ребят. Такие вот дела. Едем домой в Киров. Что, Настю, нравится тебе в деревне, да нет? Шумно в машине, нравится, да. В деревне ей нравится.